Кавказу 10 лет. Традиционные танцы народов Дагестана, красочные номера под зажигательную музыку. Юбилейный концерт ансамбля состоялся в Москве в общественном центре имени Моссовета. Мероприятие прошло при поддержке депутата Госдумы Султана Хамзаева. В числе почетных гостей – герои России Энвер Набиев и Тимерлан Абуталимов. Зал встретил защитников Отечества стоя. Напомню, ансамбль «Кавказ» существует с 2014 года. Артисты участвуют в танцевальных конкурсах и выезжают с гастролями в другие города России и за рубеж. У каждого народа танец – это часть души этого народа. А лезгинка – это, я сейчас сказал, характер. Поэтому я вас всех приглашаю в наше сегодняшнее путешествие, да, по культуре народа Дагестана.